Из погранцов выгнали ненарочно. Из ВВС тоже. Пап, я ненадолго. Работу найду. Летчиков у вас сейчас набирают. Интересуется тут один товарищ. Вы пока никакой не пилот авиакомпании, а стажер. Все будет зависеть от того, как вы себя покажете. Взлетаем, только без фокусов. Ну вот мы и дома. Ты хорошая, только не знаю, как тебе подобраться. Это не боевой вылет, а пассажирские авиаперевозки. Виноват, резко взял, но тоже не умер. Даже не шутите так. Стажера дали проблемного. Ухожу на ближайший аэродром. Вы соображаете, что делаете? Ну не получается у меня, как у людей. Ни бабы, ни небо, ни судьбы. А сосунка этого мы увольняем. Нет, не увольняем. Он пилот от Бога. Быстро все из машины! Быстро! Пошли, пошли, пошли! Ребят, ну прикрой шторочку, а?